Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко. И мы приготовим запеканку из печени с яйцами. Для приготовления запеканки нам потребуется 500 грамм печени. Я взяла куриную, но в принципе можно взять любую. 4 отварных яйца, 1 среднего размера луковица, 1 морковь, 50 грамм сливочного масла и 40 грамм манной крупы, а также соль и черный перец. Натрем морковь на терке. Мелко порежем лук. К моркови добавим измельченный лук, печень. В эту же смесь добавляем манную крупу 40 грамм и сливочное масло. Все это необходимо измельчить с помощью комбайна или погружного блендера. Вот такая масса должна получиться. Сейчас она достаточно жидкая, но манка набухнет и она станет погуще. Чашу мультиварки смажем сливочным маслом, дно и бока. В получившуюся массу добавим 1/2 чайной ложки черного перца, 1/2 чайной ложки соли. Все хорошо размешаем. Готовую массу выливаем в чашу мультиварки. В эту же массу вдавливаем вареные яйца. Закрываем крышку мультиварки. Так как объем массы у нас не очень большой, будем готовить на режиме выпечка 45 минут. Поэтому изменю время. Через 45 минут запеканка будет готова. Прошло 45 минут. Вот что у меня получилось. Отключаем подогрев и оставляем на 10 минут в чаше мультиварки при открытой крышке. Достаем запеканку с помощью корзины пароварки. Вот так оригинально запеканка выглядит в разрезе. Она получилась очень нежной и сочной. Для гарнира может подойти и макароны, и рис, и картофель, то есть то, что вы любите. Также свежие овощи тоже хорошо сочетаются с этим блюдом. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на наш семейный канал, вступайте в группы ВКонтакте и в Одноклассники. Ссылки на все ресурсы вы найдете в описании под этим видео. Приятного аппетита и до новых встреч!